Общество с ограниченной ответственностью «СГИД» более 14 лет успешно работает на рынке производителей лакокрасочной продукции Республики Беларусь. «СГИД» самостоятельно разрабатывает рецептуры продукции и производит краски для промышленности, машиностроения, строительства и бытовых нужд, которые соответствуют мировым стандартам, создаются на базе передовых технологий и высококачественного импортного сырья. Компания «СГИД» начала работу в 1997 году с производства фасадных красок «Универсал». Уже через два года линейку выпускаемых красок пополнили эмали PF-115, а в 2001 году «СГИД» освоил производство дорожно-разметочной эмали АК-505. Предприятие не стало ограничиваться выпуском традиционных отделочных материалов. И в 2003 году была создана химическая лаборатория, перед которой была поставлена задача разработки и испытаний и внедрения в производство новых видов продукции. Усилиями специалистов лабораторий в кратчайшие сроки были разработаны уникальные рецептуры и освоена технология промышленного выпуска эксклюзивных строительных материалов. Фасадные краски 4 сезонов «Креолит», антикоррозионных быстросохнущих грунтовок «Крес-3» и «Крес-3А», а также быстросохнущей алкитуриетановой эмали «Крес-5». В 2007 году лаборатория предприятия получила сертификат аккредитации, что позволило значительно расширить ее возможности и приступить к разработке новых видов высококачественных отделочных материалов с уникальными свойствами. Новые виды продукции, разработанные нашей лабораторией, сегодня также проходят обязательные испытания в других ведущих аккредитованных лабораториях Республики Беларусь и Российской Федерации и подтверждаются сертификатами соответствия. Производство эксклюзивных строительных материалов компании «СГИД» вызвало серьезный интерес к предприятию со стороны потребителей лакокрасочных материалов в Республике Беларусь и в 2006 году получило заслуженную оценку. Предприятию, второму в отрасли, был присвоен международный сертификат менеджмента качества ISO 9001. Это, в свою очередь, дало толчок к началу международных контактов. «СГИД» начал активно экспортировать свою продукцию в страны ближнего зарубежья, в первую очередь в Россию и Казахстан. В 2010 году на предприятии начался выпуск новой линейки материалов, разработанных по собственным рецептурам. Водно-дисперсионных экологически чистых красок и грунтовок по древесине и металлу «Крес» и высокоэластичной гидроизолирующей краски «Эластогран». Начато производство защитно-декоративных штукатурок. Сегодня компания «СГИД» – одно из ведущих динамично развивающихся предприятий Республики Беларусь, которое располагает собственными производственными мощностями, экспериментальной базой для разработки и промышленного освоения новых эксклюзивных материалов, коллективом профессиональных специалистов, налаженными международными связями. Это позволяет ежегодно производить до 2500 тонн красок, эмалей и грунтовок. Несомненным преимуществом нашего производства является высокое качество исходного сырья, закупаемого у ведущих мировых производителей лакокрасочной продукции Bayer, BASF, Сиба, Омия, Эвоник и других. Благодаря этому лакокрасочная продукция «СГИД» по качеству соответствует мировым стандартам, а по ряду параметров превосходит многие отечественные и зарубежные аналоги. При этом цены на нашу продукцию значительно ниже. Аккредитованная лаборатория «СГИД» регулярно проводит испытания и проверку входного сырья. Каждая партия выпущенной продукции проходит полный цикл испытаний на соответствие техническим нормативным документам. В товарной линейке материалов предприятия «СГИД» оптимально реализована богатая цветовая палитра, соответствующая наиболее популярным цветовым решениям европейских стандартов. Мы можем изготовить любой цвет в соответствии с пожеланиями заказчиков на основании представленных образцов и воспроизвести любой оттенок по прошествии времени. Предприятие «СГИД» стремится быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка, выпускать качественные традиционные строительные материалы и разрабатывать новые виды продукции по заказу наших партнеров. Одним из перспективных направлений работы, которое развивает «СГИД», является востребованная потребителями программа ресурсосберегающих материалов. Наши разработки антикоррозионных быстросохнущих грунтовок и быстросохнущих алкитуритановых эмалей уже нашли широкое применение в строительстве и промышленности Республики Беларусь и пользуются растущим спросом у наших зарубежных партнеров.
Результатом нашей целенаправленной работы по соблюдению технических характеристик красок, эмалей и грунтовок, разработки профессиональных технологий новых материалов, отвечающих международным стандартам и востребованных нашими потребителями, стало присуждение в 2009 и 2010 годах диплома «Лучший строительный продукт года» отдельным видом продукции. Предприятие поддерживает надежные деловые и партнерские отношения с поставщиками сырья, дилерами и международными партнерами. Мы работаем с крупнейшими предприятиями Республики Беларусь: Минским автомобильным заводом, Могилёвстроммашиной, Могилёвдрев, Могилёвлифтмаш, Гомсельмаш, Бобруйскагромаш и многими другими. Наши краски и грунтовки работают в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Калинковичах, Гродно, Лиде, Витебске, Полоцке, Могилеве, Бобруйске, Борисове, Слуцке, Солигорске, Несвежи, Сморгони. Среди наших постоянных партнеров также российские предприятия Волгоградской и Воронежской, Нижегородской и Московской областей, а также казахские компании из Алматы и Талдыкаргана, Астаны и Уральска, Усть-Каменогорска и Шымкента, Петропавловска и Актау. Компания «Эсгид» является одним из ведущих поставщиков материалов для горизонтальной разметки дорог в Республике Беларусь. Мы поставляем предприятиям департамента «Белавтодор» эмаль и термопластик для горизонтальной разметки дорог. Ежегодно для нужд республиканских предприятий мы поставляем около 1500 тонн дорожно-разметочной эмали. Около 300 тонн ежегодно экспортируется в Казахстан и более 100 тонн в Российскую Федерацию. Основными приоритетами работы и принципами корпоративной политики компании «Эсгид» является разработка и выпуск продукции высокого качества, востребованной на рынке и наилучшим образом удовлетворяющей потребительский спрос. Производственное предприятие «Эсгид» всегда открыто для обсуждения предложений по расширению дилерских сетей, увеличению поставок и продвижению на рынок эксклюзивной лакокрасочной продукции и расширению рынка сбыта нашей продукции. Время проходит, краски остаются.